Мы уже в Вайкике. Так, ну что, пойдем сразу к платьям все-таки пройдем. Что? У шляпками. Ну пошли посмотрим. Есть. Ой, какие штуки. Ой, она махровая. Посмотри, юбочки какие с монстерами. Опять же, вискоза, штапель. Обалдеть. Сколько стоит? Тебе тут же маечку подвесили. А и стоит она, ну, 100 лир. Так. Так. Какие персиковые штаны. Лена. Сумочки. Вот пляжные сумочки-то какие хорошие. 40 лир. Под Гуччи. Леопардовая туника. Ну, этот стрейчевый, как у меня. Ну, это трикотаж. Ну, трикотаж. Здесь вырез больше. Я пойду посмотрю, может быть, в этом. Так. Так, здесь пляжные. Ну где же взять-то, господи? Так, ну это коротко будет однозначно. Это что? Нет, ребят, это короткое. Нет, это тоже нет. Что, приглядела что-то? Это что такое? Сарафан. Такого я не вижу. Так, черные джинсовки, но эти удлиненные какие-то такие, как-то так вот удлиненные. Так, а цена у них 1700 рублей, ну 1700, может чуть поменьше. Какой чемоданище. Огромный чемодан. Три тысячи.
и вот такой поменьше. Сколько он стоит? 2 890. Где 900? Вот эти удлиненные, Лен. Черные вон рядом висят. Нет, они все вот такого плана. А ты примерь. Это наркота. Хотя, может быть. Но мне все черное. Вот этот цвет, он как-то поблагороднее, голубой. Рукава длинные, такое ощущение, что это мужская, как да? С чужого плеча. Вообще. Не, голубая, она по другому. И, наверное, нужно покороче. Как ты думаешь? Да, да. Длинная, это сильно длинная. Ну вот так хотя бы надо. Да? Да. Да. Это уже все. Это очень длинная. Такие рубашечки клетчатые, под них футболку. Так, цена вот 1200 почти. Ну а почему нет? Вместо ветровки. Мне, наверное, 34 надо. Это скини, это узкие. А. Да. Супер скини, видишь, написано. Они очень узкие. Ну давай вот что-то. Вот если черный, да, Slim Mom. Попробуй. Трын-тын-тын. О, какие. Они хорошенькие. Ну-ка. Вполне. Но смотри, они, какая высокая показка. Маленькие, значит, не надо. Тебе надо побольше чутка? Конечно. 34 это по... 36 есть, да? Или это 26? Это 26. Ну, вот эти классные. А может быть, точно они тебе... Нет, эти не нет. Ну, тогда... у них хорошая, прям хорошая. Ну, ладно. Вот такие синенькие, они сейчас со скидкой. 56,99. Ну, 570 рублей. Синенькие. Цвет хороший. Они узкие. Я в такие не влезу. Это вот кажется, что это сильно узкие. С лимом. Ну, хотя можно посмотреть. Джинсы в Мави. Сейчас, наверное, модно это все драное, рваное. Клёши. Нет, не клёши, а трубы называются. Мне понравились. Сейчас я вам покажу, какие трубы. Мне кажется, только на худеньких совсем девчушек. Хотя померить можно. Сейчас кропну узуну. Вот тут 7/8. Сейчас девочка мне посмотрит. Тесс называется. Но? Бунда, но. Но? Но. Сюда? Ну, пойдемте туда посмотрим. А, давайте там посмотрим с этим. Угу. Угу. Ну какие же тут выбрать-то? Скини, черные, может быть. Высокие. Девочки, только не смейтесь. Они, конечно, красивые. Но я как в этих, в ритузах. Очень уж скини. Скини. Такие скини нам не надо. Нет, ребята. Это мы в Маве. Так, ну вот еще одни. Ну, вот эти-то хорошо сидят.
нравится? Конечно, да. Хорошо, сидит. Я думаю, если не возьмешь, дома будешь жалеть. Думаешь так? Так, Зара. Зара, что в Заре? Какая рубашка красивенькая. 3000 рублей. Опачки. Комбинезон. 2000. Цвет такой приятный. Комбеза. Зара. Да? Модненькая такая. Смотрите, расцветка это прям. Ого. Лопочек. Ну, 3000 на наши деньги. Вот, посмотри, какая рубашка. Да, просто рубашечка. Что ты хочешь? Воротник поднять? Да. Да. Она классная. А тут нету этих самых. Ну, просто. Ой, снимаю. Это самый маленький. Да, это самый маленький, но значит она должна так сидеть. Если ее застегнуть, как она? Она застегивается. Нормально. Нормально, нормально, нормально. Маски, маски. Сил не хватает. Ой. Ну, она застегивается. Понятно, она моднее, чем твоя черненькая. Ну, та, извините, из Вайкики. Хотя и та хороша. Но это модная, что говорить. Так, я тоже купила Коллинз. Лена Мави. Мави. А я Коллинз. Правда, не себе. Вот. Так, в Манго. Леопард. Вот такие. Так. Да что ж такое, падает все у меня сегодня. Юбочка. Из рук валится. Цена такой юбочки 3000 рублей. Гетрами. Тоже 400. Френчик какой симпатичный. 600 лир. И такой же зеленый. Тоже 3000 рублей. Коттон эко. Сейчас все эко одежда делает. Какой плащ симпатичный. Составим эго, коттон эго вош. Эко вош. Манго тоже придерживается эко-одежды. Что? Черненькие. Ну, это же Мом Комфорт. Манго. Маленький размер. Субтитры сделал DimaTorzok.
полиэстер. Поздная. Какое все яркое. Мятное. Оригинально. Нет. Сколько это чудо стоит? 1400. Да ну нафиг. Такие грубые. Эти сделаны аккуратненько? Да, конечно, эти прям. И кожаная, стелечка внутри. Они совсем другие. Стоят. А мы что-то брали, я уж не помню, за сколько. 900 рублей на наши деньги? Да, да, 900 рублей. Ну, я их даже с собой привезла, сюда в Турцию. Надену или нет, не знаю. Ну, ладно, пойдемте. В Мигросе. Хочу купить кофе. Это булгур. Зашли так посмотреть, поглазеть, Дугуш. Это этот, господи, как он? Гикулис? Мюсли, Лен. Гикулис, запашки, уже не мюсли. Может быть, без мюсли без фруктов? Так, ну там эти хозяйственные. Нам и по хозяйству ничего не надо. Все-таки мне больше нравится или Озделик, или Террасити. Это что такое? Хлопковые такие, как покрывальцы для пляжа. Угу. Прям рыхленькие такие. Они сохнут быстро. А вот в Микросе можно покупать фены всякие, утюги, чайник. А это, наверное, жидкое мыло, может? Смотри, какая канистра. И стоит она. Это, наверное, без карты. Это по карте. На карте здесь действует. Сколько здесь сыров. Лена, посмотри, какие сыры. Если здесь пожить подольше, то хочется пармезана.
твердого какого-нибудь сырочка. Здесь такие. Питель, здесь охрана принимает эти самые хэс-коды. Все очень строго. Дышка!